То есть она бы получила 48. Вот и все. Ну, у нас еще много участниц впереди. Да. Мы, скажем так, сейчас на экваторе. В золотой середине. Да, в золотой середине. Наташа Маккей. Да, из Великобритании. На ваших экранах. Очень неочевидная ошибка. Прекрасно исполненный был Ридбергер, и только одинарный тулуп. Абсолютно сложилось непонятно. Впечатление, да. Что она забыла, да, о том, что, может быть, надо делать еще двойной тулуп. Да. Вдруг. Тройной сальков тоже неплохо. Под саундтрек фильма «Мулен Руж» знаменитейшая композиция «Роксейн», которую в этом году интерпретирует очень здорово канадские танцоры, чемпионы Тесса Вирчи и Скотт Мойер. Просто великолепная программа. Кому интересно, обязательно посмотрите, где, либо на Олимпийских играх обратите внимание, либо где-нибудь в интернете, кто еще не видел. Очень великая постановка. Ну что ж, все очень неплохо, за исключением вот одной детали, почему к тройному, прекрасному тройному Ридбергеру надо было присоединить какой-то странный такой полупрофессиональный.